Ну, как вы понимаете, это была только разминка, и мы переходим к следующей импровизации, которая называется «Согласный». Алексей, помогите мне. Значит, а следующая импровизация, суть ее заключена вот в следующем. Значит, мы выберем сейчас две согласные. А, вот, пожалуйста, вот любые любимые ваши согласные. Д, хорошо, Д. Саша, идите сюда, пожалуйста. Вот у Саши будет буква Д, а у меня будет буква Х. Х, хорошая согласная Х. Вот, и смотрите, все слова, которые начинаются с согласных, у меня будут начинаться на Х, а у Саши на Д. Итак, поехали! Импровизация называется «Согласный». Нам нужна тема. Для того, чтобы поехать, нам нужно выбрать конфликтную тему. Давайте, пожалуйста. Повышение цен. Повышение цен, хорошая тема. А, конфликтная тема на двоих, понимаете? Между кем разговор? Ну, между кем разговор? Между премьер-министром и колхозником. Министр финансов тогда. Итак, вы, Александр, премьер-министр. Вы, Алексей, колхозник. У вас буква Х, у него буква Д. Итак, конфликт состоит в повышении цен. Импровизация «Согласные». Ваши аплодисменты. Премьер? Премьер? Колхозник. Премьер? Здравствуйте, дремьер. Здравствуйте, колхозник Хлёша. Премьер? Слушайте. Худ хакое хело. Да-да. Хены. Хены хысокие. Да чему? Нормальные дены. Хиг его знает, хачему. Я знаю. Нормальные. Хеник хе хватает. Дому. Хамбайнер хломался. И кто? Харплату хе хлатят. Дарплату? Харплату. Дарплату длатят. Хакая ухас харплата. Ухас у хремьера. У Диня? Ухас. У Диня дальшая. А очень... у Хиня халенькая. Халенькая, халенькая. Даленькая? Я холый. Даленькая дарплата? Голый, как хакол. Если дарплата даленькая, да высим. Хич на хне? Это хазговор, хазговор. Да? Сколько? Да слушайте, долхозник. Ага. Да, с долхозников очень долго дреходит. Дреходят и дреходят. Дреходят и дреходят. И дросят, и дросят. Перестаньте дросить. Я подниму хастание. Хастание холхозников. Хы ха хамбайнерах. Приедем ха Красную площадь. Такое надер достанье. Хиальное, хиальное, холхозничное хастание и хам, хам, хала, хеха хажется. А я дозову ДСБ. А, понял, понял, да. Понял. И будешь сидеть в дерьме. В дюрьме! В дюрьме! А, в дюрьме! Дюрьма! В тюрьме! Тюрьма! Тюрьма! Это такое место, где сидят олигархи. Ха, Дарковский. Да, Дарковский тут не дричом. Холхозником хам хехеста! Не дроси!